Добрый день, девчонки. Сегодня вторник, я еду с работы, по традиции решила заехать в магазин, посмотреть, что есть. Сегодня пойду в H&M, в шопинг-центр, где я живу. Я решила отъехать подальше от работы, потому что здесь меньше людей, здесь и магазин маленький, не знаю, что там есть. Честно говоря, не была в H&M после карантина, и пойдемте посмотрим. На самом деле... Маски, что-то не знаю. Вроде говорили, что у нас тоже надо носить мандатори во всех закрытых помещениях. Ну, в общем, в обязательном порядке, а вроде бы нет. В общем, такой, кто не знает, вот мама с собой, и я, как законопослушный гражданин, хожу с ней на ухе, потому что на работе, у нас работа, я в городе, где мандатори нужно носить маски, и я там на работе сидела в маске. Вот, поэтому, значит, вот она у меня так осталась. И сейчас я с ней пойду внутрь, я не знаю, скажет, надеть, все, пойдемте. Ну что, H&M меня поразил. Во-первых, количеством товаров. В отличие от всех остальных магазинов, товару полно, большие сейлы, скидки, и тоже очень много людей было. Прям хотя пускали как бы по очереди, но очереди, кстати, не было. Ну, не пускали всех подряд, а считали там, сколько людей внутри. Но, во всяком случае, очередь в кассу стояла очень большая, и народ так хорошо скупался. Так, я подошла к пиджакам. Пиджаки, мне очень понравились некоторые пиджаки расцветками и ценами. То есть цены вообще просто убойные. Таких цен на пиджаки я в H&M никогда не помню. Вот этот стоил 17,99 или 19, я плохо вижу на озвучке. Вот этот стоил 19, а предыдущий стоил 17. Вот этот очень красивого цвета, тот был такой в полоску горчичную, этот весь горчичный, такой типа ткани. Лен, а может даже и лен, потому что он стоил $60 до оценки, а сейчас он стоит 19. Это очень дешево. Я никогда не видела пиджаков в H&M за такие деньги. Вот этот тоже стоит 19. Такой приятный серый расцветочки, такой курортный, знаете, вариант. Серый, с такую полосочку. Симпатичный очень. И вот они были разных цветов. Были розовые такие. Были в полоску, как я уже сказала. В общем, я их рассматривала с большим интересом и, в общем, раздумывала, купить, не купить. Пиджаков у меня много, мне они особенно не нужны, но цены прям такие хорошие, знаете, и вообще как бы и пиджаки неплохие. Вот это тоже такой сжатый ткани, такой тоже курортный двубортный пиджачок, горчичный, темно-горчичного цвета. Тот был поярче желтый, а этот такой темненький, если яркий вы не хотите. Тоже в $17, 17,99. Вот они разные, в клетку такую, сякую, вот серый, черный, потемнее, посветлее, в общем, все, что вашей душе угодно. И их было много, довольно много. В общем, я к ним присматривалась. Да, я вот не могу посмотреть, когда на полу что-то валяется, я всегда поднимаю. Это привычка. Привычка нудного аккуратиста. Ну, я уже не так, чтобы, ну, в общем, я не могу, когда на полу что-то лежит. Вот понравилась мне очень белая блуза. Такая, знаете, белая блуза под лен, $19 она стоила. Ну, ткань не льняная, с пышными рукавами, в общем, все как сейчас модно. А вот эти вот очень красивые расцветки были платья. Было такое, знаете, как их сейчас называют, платье-парашют, санаторное. У них много всяких названий. Такое широченное платье с тремя оборками. Вот это было с рукавами. А здесь же рядом было такое же платье, только на шлейках, на бретельках, как сарафан. Очень, ну, просто потрясающе такой красивой расцветки. Я так понимаю, что эти вещи все остались, потому что никто сейчас не едет отдыхать в жаркие страны, так скажем. А, ну, у нас в Канаде сейчас достаточно жарко, тоже очень жаркое лето. Вот это, кстати, тоже похожие расцветки, но уже трикотажный ромпер, это называется, это такой комбинезончик с шортиками. И там еще что-то желтенькое добавлено. Похожая расцветка, но не точно такая. Что это было? А, это были такие, знаете, очень строгие платья, и такие же еще такие белые, коричневые, с длинным рукавом, такой, знаете, минималистский стиль, довольно такое, строгое, я бы сказала. Вот, мне очень понравилась эта толстовка цветом. Стоила она, по-моему, $35. Цвет ментоловый такой, необыкновенной красоты.
Вот вы видите, все 60% скидка, там 40%, 50%, в общем, очень много скидок. Вот это платье, кстати, было не на скидке, но стоило на $40, и очень красивые тоже расцветки, цветной. Цветы такие приглушенные, не яркие, но красивая расцветка. А на скидке были вот эти платья. Вот это коричневое с плиссированной юбкой, и вот это такое бежево-коричневое с поясом длинное, тоже за какие-то совершенно смешные деньги. Сейчас я посмотрю, сколько оно стоило. По-моему, долларов 15. Да, 14,99. То есть $15 платье. Вполне такое офисное, красивое. Ну, не то, что очень красивое, но симпатичное платье. А вот это мне тоже очень понравилось. Красивые расцветки. Оно тоже стоило $15. С плиссированной юбкой. Такой под шелк ткань. Атлас, шелк, что-то такое. Ну, в общем, довольно красивый, благородный коричневый цвет. Цвет выглядело оно симпатично. Вот это была вешалка 80% сейл, и тут я залипла, потому что просто разноцветные, цветные, всевозможные цветные платья. Вот это, кстати, платье такое белое с красной расцветкой. По-моему, Dior в прошлом году или позапрошлом выпустил подобного цвета, подобной расцветки платья, вот эти белые с красной расцветкой. Но все их повторили, и Zara, и H&M. Вот это было, кстати, неплохое, довольно удачное, красивые расцветки. Вот я показываю разные расцветки. То было поярче, это такое более приглушенное, на бежевом фоне такие зеленые цветы. Вот это потрясающие пастельные расцветки. Правда, оно не дешевое, оно стоило $40, но очень красивое. Тоже вот это вот санаторное, знаете, три волана. Очень красивая, яркая. Вот это по более такой приглушенной расцветке, но очень тоже красивая. А вот привлекло мое внимание вот это белое платье. Всего лишь за $25. Тоже такого же фасона, пышный рукав. И очень красивый женственный квадратный вырез. И посмотрите, как оно красиво сделано сзади. У него такой круглый вырез, присборенный с веревочкой. В общем, потрясающей красоты. Вот это гортензии, которые я просто залипла на них за $20. Ну, в общем, вы видите сами, да, такая расцветка, что... Ну, и тут какие-то мелкие фиалочки. В общем, ну, цветы, разные, большие, мелкие всякие. В общем, все, что вашей душе угодно. Здесь были вещи более такие для, скажем, на вкус минималистов. Однотонные или немножко с каким-то геометрическим рисунком майки и вот это вот бежевое платье. Мне не очень нравится вот этот вырез, вернее, горловина, не очень. А вот это платье потрясающее, просто платье розовой мечты, которое стоило всего лишь $30. Это не распродажа, это как бы его цена. Посмотрите, с красивой такой резинкой, сборкой сверху. И вот это мне очень-очень понравилось платье, белое, такой синий рисунок, знаете, как фарфор расписной, такой гжель, типа. Ну, действительно красивая расцветка, и я вам хочу сказать, что потрясающий совершенно состав, вот вы видите на фотографии, розовое платье было 100% органик катон, и все они, оба эти платья стоили $30, а белое с синим было наполовину лен, наполовину катон, и даже подкладка была катоновая. Еще один цветной, по-моему, комбинезон на шлейках, типа сарафанчик на комбинезон. А вот это было платье однотонное, такой марлевки, знаете, тоже три таких волана, красивое цвета лаванды и белое. А прекрасный вариант на отдых, на выходные, по жаре пройтись, в общем, супер, мне очень понравилось. Вот я решила снять просто такое панорамное видео о том, сколько вещей на скидке, как их много, и все они довольно-довольно дешевые. Не удивляюсь я, что стояла очередь в кассу, люди покупали очень активно. Обувь. Много было обуви, очень такой модный современного фасона, знаете, вот это вот с перепоночками через палец, завязками вокруг щиколотки, с квадратным носом, вот эти вот шлепанцы, типа Hermes. Вот эти с пряжками мне тоже, кстати, очень понравились. Не меньше, чем те. Даже я бы сказала, что больше. Ну и вот они были, вот эти вот босоножки разных цветов.
Каблучок такой Kitten Heel. В общем, очень модный фасон сейчас, очень современные босоножки. Единственное, что, конечно, H&M качество обуви я бы не советовала, наверное, потому что качество так себе, и они довольно неудобные, хотя можно было померить, посмотреть, но я не стала. А купальники, шляпы, плетеные сумки, все для пляжа, все для отдыха. Всего этого очень много, опять же, потому что народ в этом году особо никуда не ездит, поэтому вот так все как бы осталось не продано. Плетеные сумочки очень симпатичные, кстати, вот это такой, значит, как коробей, коробочка такая, не знаю, как это назвать. И сейчас я пошла в пояса. Тоже ведь очень много плетеного, даже пояса плетеные, но они такие немножко прорезиненные, с такой металлической красивой пряжкой. Симпатичный пояс, вот это тоже с похож на эмблему бренда, мы все знаем какого, и вот это тоже, значит, сделали под мы все знаем какого Gucci сделано. Вот вестерн стайл пояса, еще одно платье тоже очень красивой расцветки, тоже бело-голубое, немножко другой рисунок, но в общем тоже такого плана летнее платье, еще одно платье тоже с красивой расцветкой, но эти были уже подороже, не знаю почему, те вроде бы там тоже и катон, и хлопок по $30, а эти по 60. Ну, видимо, разного качества катон и хлопок, он тоже как бы имеет значение и, соответственно, цену. Ну, всевозможные футболки с принтами, с надписями, в общем, с красивыми разными там ананасы, и вот вся такая летняя тематика. Вот это Coca-Cola, Микки Маус, Минни Маус, в общем, покупай, не хочу. Да, вот это платье тоже было интересное, оно было красивое, очень расцветки, и стоило оно тоже $60, и оно было ужасно тяжелое. Слушайте, я не знаю, что с ним такое, но оно, в общем, дорогое, тяжеленное такое, даже как-то летом на себе его таскать, не знаю, не очень, как бы, хорошая идея, по-моему, но, тем не менее, стоило оно дорого и было в наличии. За что-то они берут такие деньги, не знаю, почему их ценовая политика H&M. Как-то мне непонятно. Ну, вот еще разные платья, всякие разнообразные. Эти уже не из хлопка, а из какой-то синтетики, но симпатичные расцветки, $25. В принципе, такое для офиса, на работу ходить. Платье очень интересная расцветка, такое атласное, немножко шелковистое. Вот это тоже симпатичное, желто-белые расцветки, такое солнечное весеннее. Мне оно понравилось, кстати. Но оно тоже было 100% синтетика, но, в принципе, как бы ничего страшного. Так, шорты разные всякие, джинсовые, покороче, подлиннее. Еще одно санаторное платье из трех воланов с большими рукавами. В общем, эта тема сейчас рулит, их очень много, этих платьев. Мне они, кстати, нравятся, они свободные, легкие. Вот эта юбка мне понравилась. Я, кстати, была в похожей юбке в этот день. Я вам потом покажу, в чем я была одета. Из такого белого шитья, тоже не дешевая, $60 она стоила. И вот эта вот милейшая совершенно, знаете, маечка, ну вот не совсем. Я не помню точно, как называются вещи такого фасона, которая с застежкой внизу. Ну, приятно, симпатично, как крючком вывязанная. Понравилась она мне. Ну, тренчи, плащи традиционные, как всегда, стоил он, по-моему, долларов 70 или 80, не помню. Ну, на поясе бежевый тренч классического фасона, симпатичный, очень довольно неплохой. Ну, опять снова майки, о-ла-ла, все, в общем, такое вот летнее, прекрасное. И такие золотые копытца, по-моему, долларов за 50, стояли так себе, никто их не брал, по-моему, особенно. Вот этот потрясающего цвета комбинезон джинсовый. Довольно дорогой, но какой цвет, посмотрите, мне очень понравился цвет, такой насыщенный, такая правильная насыщенная джинса. Вот снова такого, знаете, вот эта расцветка с зелеными большими листьями, тоже платье сарафан, оно было не на сейле, к ним, рядом с ним висел такой бежевый красивый пиджак и вот такие вот брюки-бананы с резинкой на талии, которые... очень сейчас в моде. Вот я засняла вот это платье на манекене с такой милой сумочкой. Мне очень понравилось. Кстати, вот тоже я нашла на сейле джинсовый комбинезон. Очень похож на тот, который был не на сейле, дорогой, но немножко попроще. Похуже цвет. Вот этот джинс, не джинсовый, это обычный комбинезон. Тоже мне очень понравился цвет и фасон. Он довольно так на вид хорошо сделан, хорошо сшит.
Ну и вот эти вот пиджаки H&M-овские, Zara, их вечно делают с этими собранными рукавами. Мне они очень не нравятся. Я не знаю, они их из года в год они их продают. И, в общем, вот, я вернулась снова к поясам. Снова а-ля Gucci пряжка. А пояс-цепь. И сумки тоже на сейле, очень дешевые, они просто были почти что за дарма, $15. Конечно, это не кожа, но посмотрите, она довольно хорошего фасона, большая, вместительная, и в принципе на один год ее можно купить. Украшения были на сейле, тоже довольно дешевые, их было так много, ну все-таки однотипный пластик такой, знаете, под черепаху такая расцветка. Так, я пошла в мужской отдел, потому что там я нашла зеркало и потому что там не было людей. Вообще людей было очень много, хотела себя снять, вам показать, но вообще было невозможно, потому что было столько людей, что все зеркала были заняты. А вот в мужском отделе зеркало было свободно. Вот я показываю свою юбку, которую я хотела вам показать, что она похожа на ту, что было там, я снимала. А, кстати, вы помните это платье? Я его примеряла с юбкой в клетку красно-белой из Uniqlo. И тоже использовала его в качестве топа. Так вот, почему-то мне хочется его носить как топа, а именно не как платье. Мужской отдел я пошла посмотреть на шляпы. Все мы знаем, что самые лучшие шляпы продают в мужском отделе. Но, если честно, мне как-то они не очень подходят. Вот я примерила одну шляпу. Они стоили, по-моему, $15. Я уж не знаю, из натуральной соломки или нет, я не очень разбираюсь в этом. Вот эта вторая шляпа, она мне была явно мала. Торчала я такой, знаете, гриб в шляпке. Смешно, да. Ну, я, кстати, это я удивилась, потому что у меня шляпы обычно большие, а тут в мужском отделе у мужчин как бы головы побольше, но она мне оказалась мала и как-то так. Вот я нашла такую же шляпу размером побольше, она уже сидит получше. У нее какая-то, вот знаете, высокая тулья, вот такая вот мужская. Мне кажется, что как-то это вот не очень. Не знаю, все восторгаются и покупают шляпы в мужском отделе, а мне как-то, они как-то не очень подошли из-за того, что мне кажется, что как-то вот она, ну как-то не очень на мне. Вот, кстати, шляпы и в женском отделе были, и мне как-то они больше понравились. Вот эта такая плетеная шапочка. По-моему, неплохо на мне выглядело, неплохо сидела. Зеркало единственное, которое я нашла, это было возле украшений. Оно такое темное, мутное, плохо видно, но вот как есть. Вот это мне, кстати, очень понравилось. У меня таких шляп нету такого фасона. Вот те все предыдущие, это такие шляпы Федоры, которых у меня много. А вот это с такими большими полями, опадающими, такой, знаете, 70-й вайб. Хиппи такой, знаете, пляжный, курортный, очень... Интересно, я даже подумала, может, мне ее купить, потому что вот такой шляпы именно у меня нету, которая с мягкими полями, в ней удобно. А еще одна шляпа с какими-то завязками шелковыми, такая а-ля продавщица цветов в Провансе. Ну, я не стала бы такую покупать. И я должна сказать, что я вообще ничего не купила, потому что, несмотря на все, что я там разглядывала и примеряла, я бы еще долго там примеряла шляпы, но тут позвонил мой сынок, и я как еврейская мамаша рванула на помощь к нему, потому что его надо было забирать с работы. Он был без машины в этот день, и я должна была забрать его с работы. И я понеслась, конечно же, забирать его. Поехала, значит, побросала все, что я там себе насмотрела, и понеслась спасать сыночка. Ну, окей. Может быть, еще раз я зайду в H&M, и, может быть, я что-нибудь присмотрю себе, и, может быть, что-то куплю, потому что вещи были неплохие. Вот эти платья все, мне достаточно они понравились, пиджаки. Вот, все, ребята, такое у меня видео, получился такой обзор. Всего вам самого наилучшего, увидимся в следующем видео. Люблю, целую, пока-пока, бай.